Меня удалось учиться в Киевском государственном университете, факультет международных отношений. Менде Киев-Девлет университете халкара мунасибет бөлүгүндө окумага фырсатым болду. Омана тиби окуп йортуна кирмеге жардам эткен. Мен 91-жи сенеде уну бүтүрдүм. У меня воспоминания очень хорошие. Веминде яхшы хатырларым калды. 2 жыл Киев, Осипом Блишер. Когда иду в МИД, Менчинге келип таныш болган инсандарды көрүшкөндө, омана чоң фырсат бере. Кувейт Девлетин элчине киби. Больше возможностей, вот, моя государство, как посол государства Кувейт. Я очень благодарен господину. Мен президент бейге буюкты шүкүрлер билдирем. Бек эсе этрафы. Менде истикбал бейде болган. Возможность, а говорит о перспективе отношения между Кувейтом и Украиной. Кувейтин ве Украинанын иждешлиги. Бизим үчүн о мындайдыр. Украинанын мустакылыгын курмак. Территория Украины. Сиздин ишчилериңизде жакшы азыруу бар. Талебелер чок акылдыр. Ой ичти бекленмегенеди. Студенты очень много спрашивали. Я не ждал, что такие очень много вопросов, которые... Ну, есть... Эмди Солер чок-чуха, амасы бар. Улар Кувейт ақында чок білгенден шаштым. Кувейтнен мусабетлерінің кешап етмек пек муим. Кувейт очень важный, да, что развивать с ней отношения. Бізі милетіміз женкіні чекті. Егер біз женк тарафына кетсек, о не де адам, не де тынч ве истихрары чун иликны кетірмес. Потому что если мы пойдем в сторону войны, это не дает... О бутун өлкөлөрүнүн мирагы. Унун үчүн менимче дипломаттын ролу бек муим. Мен Украинанын алыны билген эдим. Я знал, как ситуация здесь в Украине. Менин насиптен ивел, мен читтел ишлер назилигинде Европада ишлер жардымчынын муавини эдим. Заместитель помощника министра по Европа, министерство иностранных дел. Я никогда не думали ни в Кувейте, Анда Кувейтте дипломатлар яны талебелер үчүн хаф болганын акында түшүнмедик биз. Студенты, которые учатся в Украине. У нас 80 студентов. Они продолжают учиться в разных вузах Украины, в разных городах. Улар Украинанын фарклуу университеттеринде, шаарларында окумага девам этелер. Ничего хорошо, учатся хорошо, нету никаких. Дай Бог, что какие проблемы. И я никогда не слышал или получил. Бизде уларнын бах бар. Улар яхшы яшайлар, окуйлар. Эгер бир меселе болса, уларга ярдам этемиз. Алар берсин, эч бир меселе чыкмасын. Очень богатая культура. Культура очень важная для понимания. Каждый народ понимает. Украинлер мераметли халктыр. Сизлерде бек зингин мединиятыңыз бар. Аңламы үчүн мединият бек муим. Сказывают о Кувейт, история. Мы проглашаем. Эр бир миллет дегер миллетин аңлай ве онун үчүн бизде Кувейт. Онун тарыхы акында сергиси бар. Показывали их культура. Мы можем тоже организовать украинскую неделю, то что показывали. Біз мында яшаған украин досларымызны Кувейтке дәвет етеміз. Олар да өз мәдениетін көрсетсінлер деп. Украинский народ и кувейтский народ. Мы знаем, Украина очень богатая страна. Біз да көрсетмек үчін украин медианы япа білеміз. Фильмлерні меселя. Менімде Украин ве Кувейт халқы үчін пек мерақлы олар. Мы знаем, что Украина есть очень хорошая. Біз Украина зенген үлке ұлғанының яқшы білеміз. Кой қожалығы бар. Білеміз ке, украинлер мереметлі халқтыр. Білеміз ке, Украинада яқшы сақұрыбы бар. Кувейтнен оларға келген чоқ хаста бар. Украина ақында да олар тыш халқ ұлғанының білеміз. У нас есть слово дуания. Дуания – это мәжлис, можно сказать, который собирает группу людей. Олар эркез насивелер. Бізде дуание сөзу бар. Дуание бұл мечлес. Айта білеміз. Как мы читаем такой олар адамларыны топлайлар. Автада бір кере ола біле. На разных политический, экономический, социальный. Дувание уфах парламента. Олар вахламали есе, си меселлерны муна каша этелер. Бу адет Кувейте чоктан пейдалды. Дувание Кувейт мединиятнын парчасы.
У нас дуже багато цікавих місць. У нас можна теж займатися рибалкою, там в Кувейті дуже хороше. Там у нас є ще... Бізде балахчі лихні науғраш маха мумкюн. Бізде гузель адалар бар. Анда декет міге мумкюн. Кувейті чох тарихі єр бар. Міселя мумбаракі. Ескі базарлар кімі. Уны да зеретет міге мумкюн. Можна теж посетити туда. Є теж старі, дуже старі ресторани. Де іскі ресторанлар бар, шымды моллар бар. Олар хумшу мемлекетлерден куветке келген. Адамларына миракландыралар, алыш-вереш үчін. Бізде Кувейт дәулеті ақында алатқан тарихи музейлеріміз бар. У нас показ музей, который рассказывает о государстве Кувейт. Я много слышал о Львове, красивый город. Мен Львив ақында чоқ ішіткен едім. Өзел шиыр, мен мақсадыны қойдым. Оны мұтлаға көрмеге керек. Сізде Одесса шиыры де гүзел, Киевді пек әйреті қалдыра. Я, бірші өзі, я візму их фашшан зрезе. Это Крещатик. Это Крещатик. Вы смотрите, потом у вас есть... Өчін исторические места, Бадола, где-то, старые... Кыршетик инде туған керем олған, да амуты шемгерлеріңіз бар, о Бадол, эски базар, кей велиятынды бе гузель табиятыныз бар. Наши люди любят больше природы, что на Днепр можно взять, поехать на корабли. Бізім адамларымыз да чоқ табиятны севелер, Днепрде геми или кезентіні япмаға мүмкін, айрыча ябанчылары чон. У нас есть связи с государством Украины, сектора нефть. Я думаю, что так много реформ идет. Бізде бақ бар. Бұл бағны Украина или тұтмаға девамы темыз. Ермай мезусында. Менім же ой яны слятына кетірір. Яны қанунлар. Я думаю, что она один из стран, который очень интересна и очень важна для инвестиций. Поэтому мы, как государство Кувейт, мы готовы и мы Олар парламентны, яда үкіметны япа білер әділер. Менім же о мирақлы өлкелерінің арасында бірісідір. Оның үшін біз Кувейт дәулеті оларақ кележекте қол тұтмақ үшін азырмыз. Опек мұйым. Активный рол в нашем регионе и арабском мире и отношения с Кувейтом. Сіз білгеніңіз кебе Кувейтте біздің регионымызда араб дүниесінде ішкі саясатты фаал сүретте іштірақыты. Кувейтнің пайдалығы тарихи бір андыр. Біз насыл әрекет етедік. Ме біз мұнасибетлерінің қабыл еттік. Поэтому мы всегда в ООН мы участвуем в разных комитетах ООН. И поддержим отношения с ООН. Это очень важное место для дипломатии. Ирак Кувейтны ишгал еткенде у фарклы ташкилетларында иштырах еткенеді. Ве ООН-ын мунасибетлеріміз игидір. Я думаю, Украина, как я видел, как я знал, как я дипломатия үшін мұйым бергердір. Кувейт ве Украина тынш дебілетлер. Тынш север бұту мемлекетлерінен достлашмаға севелер. Менім жемен көргенім бүлгенім кебе. Украина бек сәкен үлке. Бұтын дүнянен достаным мәсібетті ұмаға істей. Оның үшін бізде чоқ айны шей бар. Мана Кувейт дәулетінің елші вазифесіні бергенде, Украинаға қайтмақ үшін гүзел фырсат деп сандым. Менің жүрегім ұна пек яқын.